Привет, ребятки, с вами Вовкин, и вы на канале Мультикекс. Продолжаем играть в игру Тойсбург, город игрушек. Так, смотрите, вот наш Вовкин стоит, давайте его пересадим на другой транспорт. Я вот думаю купить ему ракетный ранец, до этого он у нас ездил на вот этом моцике, на чопере, вот такой. Давайте ракетный ранец. Мне кажется, он теперь будет, вернее, не кажется, я точно знаю, что теперь он будет даже быстрее перебираться. Еще, конечно, можно купить катапульту или вот такую шнягу, телепорт. Но это мы купим потом. Давайте, мне просто интересно, как он будет в нем летать на этом своем реактивном ранце. Ух ты, вот он какой. Смотрите, вот этот ранец у него. Реактивный. Оп, машина, коробку отдай. Ух ты, принцесса платья. Вы видели, как быстро он подбежал к нему? Смотрите. Ух, это даже без ускорения. Так. Ладно, и с этим пацаном нам болтать не надо. Да что ж такое? Все, ладно, ладно. Отстань. Боже. Так, ребята, у нас, по-моему, насколько я помню, было задание, что нам нужно. О, так ему же можно и отдать. Ему же это можно и отдать, эту игрушку. Кто не знает, о чем речь, смотрите мои предыдущие видео по этой игре. И тогда все поймете. Давайте отдаем ему дровосека. И, ребята, сейчас смотрим, что сейчас будет. Там что-то про стройку было. Ой. Нет, что-то не то. Смотрите, какой дровосек. У меня такой острый топор, что я брею ему ноги. Эй, у кого заноза? Дровосек поможет. Смотрите, какой мощный, два зуба торчит, смешной, в общем, забавный. Так, ну вообще нам надо было не это. У нас же тут, ёшки-матрёшки, у нас же тут дело какое-то было. Я уже, честно говоря, забыл. Наверное, все придется начинать сначала. Давно я просто не играл. Хотя нет, видите, вот строитель ходит. Давайте ускорим Вовкина. Я хочу стать звездой. Круто, я могу. Но мой папа говорит, что не стоит метить так высоко, поэтому я здесь. Помоги со строительством. Ты издеваешься, тупица. А что такое? Здесь я задаю вопросы, где мое дерево? А сколько нужно, чтобы хватило на маленький домик? Совсем маленький? Маленький, тупица, для ребенка. Ну, что дальше? Хм. Древесины на ребенка? Пиноккио. Нам нужен Пиноккио. Ага. Приветствую, сэр. Как поживаете? За нос его схватил. Папа, папа. Какое замечательное дерево. Дерево? Нет, я настоящий мальчик. Нужно слегка уменьшить этого паренька. Дровосек. Вот у нас есть дровосек. Вот, все решилось, ребята. Спасибо. Ладно, пора шевелиться срочно. О, дровосек порубал Пиноккио, представляете? Капец, ё-моё, жалко паренька. Пиноккио-то супер. Чего ты радуешься, супер? А этот начал строитель дом строить. Блин, ребята, я не знал, что с Пиноккио получится такой замечательный домик. Смотрите, обалдеть. С носом и глазами, и даже шляпа. Папа! Вот так вот, сделали мы очередное задание. Отлично, супер. Блин, ну Пиноккио, конечно, жалко. Ребята, если вам жалко Пиноккио, то ставьте лайки, если вы согласны со мной. Так, ну что, пора забирать у них игрушки сломанные. На секунду я почувствовал себя героем, но моя могучая тяга к справедливости сломала твою игрушку. Окей, сломал ты строителя. Ладно. Хулиган вернулся, не дай ему обокрасть детей. Мистер Усач Бородач нам говорит. Так, а где же этот хулиган? Хулиган украл 9 монеток. Так, это нам не надо. Это нам тоже не надо. Здорово, а где же этот хулиган-то? Это что за овечка? Блин, надо сюда идти, ребята. Ну, нужно найти хулигана для начала. А то он ворует деньги. Ладно, пускай ворует, пока потом найдем его. А теперь пойдемте к овечке. Что это? Здесь какая-то очередная будет история, мне кажется.
Очередные игрушки нужно будет делать. Так, Вовкин должен быстро прилететь. Где он? На своем ракетном ранце-то. Где ты, Вовкин? Чисто. Давай тебя ускорим. Вот, отлично. Смотрите, как быстро. О, прилетел уже. Мне нужны особые предметы, чтобы начать миссию. Какие, овечка, что ли, нужна? Получим. Хулиган украл. Да пусть воруют, ладно. Искать его сейчас долго будет. Так, и что теперь? Кто мне поможет? Что у тебя? Волк хочет утащить мою последнюю овечку. Так, ребята, вот девочка тут и овечка. Ничего себе, овечка. Больше девочки. Откуда ты знаешь? Он оставил записку. Какой предусмотрительный. Вовсе нет, мой бедный барашек. Без него я останусь совсем один. Я думаю, это девочка, это мальчик, оказывается. Может, его лучше съесть? Бе-е-е. Мне нужно прогнать волка. Расскажешь ему о себе? Преврати меня в динозавра. Ничего себе. Не знаю, насколько это удачная мысль. Нужно спасать барашка. Нам нужен тираннозавр. Давайте посмотрим, есть ли у нас тираннозавр в чертежах. Я даже уже не помню. Так, бегемот, жираф, индеец, мистер...